10 воспитанников Чувашской школы спортивного туризма достойно выступили на чемпионате России. Им удалось завоевать 9 медалей по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Сегодня победителей встречали на Чебоксарском вокзале. Вернулись соревнования с самыми положительными эмоциями, потому что сборная Чувашской республики еще ни разу не выигрывала общий зачет чемпионата России. И также мы выиграли переходящий кубок памяти Виталия Кондратьева. На самом деле это для спортивного туризма очень престижно. И я думаю, что мы показали наивысшее мастерство на данных соревнованиях. Эмоции переполняют не только спортсменов, но и болельщиков. Столько наград и такого высокого достоинства в истории спортивного туризма республики нашим участникам досталось впервые. Выступление получилось очень удачное, то что на всех дистанциях, на которых я участвовал, получилось выиграть. Как я понимаю, это, ну, никому еще прежде не удавалось на чемпионате России выиграть все дистанции. Это такое уникальное достижение. Соревнования проходили в Московской области. В состязаниях приняли участие более 160 сильнейших спортсменов из 23 субъектов страны. В первый и второй день проходили короткие личные дистанции и дистанции связок по 2 километра. В третий и четвертый день были длинные личные дистанции и дистанции групп из 4 человек протяженностью около 15 километров. Слышать про этот вид спорта, они сразу, ну, спортивный туризм, у них сразу возникает мысль, что это гитары, палатки, там, походы, какие-то песни у костра. На самом деле это не так, это многоборье, то, что там требуется как физическая выносливость, умственные способности, то есть там все перемешано, много видов спорта. Времени на отдых у ребят осталось совсем немного. Уже в сентябре команда Чувашии примет участие во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму. Денис Кашин, Валерий Резюков, Республика.